Всем привет, и вы на канале Лисюксю. Первый канал называется Лисюксю, а не тот, который обрезанное название. Вот такой я решила фон тут сделать. Это мое типа первое видео, и типа мое последнее, потому что YouTube как бы может у меня из моего детского типа лица, типа такой как бы, типа я ребенок как бы. Меня могут, короче, это... И мне сейчас очень себе тяжело рассказывать, что я очень давно уже на YouTube не была, уже очень давно. Уже где-то 11 или 13 месяцев точно. Короче, год точно уже не было. Такой прикольненький фон сделала. Такие мишки милые всякие. Вот. Кстати, я сделала такие прикольные стрелки, короче, вот. Могу сейчас показать вам. Вот. Это как бы мое... Ну, я давно очень не снимала, так все мягко тут. И хочу рассказать, почему я начала снова снимать. Я начала снимать снова из-за того, что как бы, когда я снимаю, мне это реально душу лечит. Да. Мне как бы легче почему-то становится, когда я снимаю там в YouTube. Мне как бы от этого радостно. Кстати, у меня сейчас новый телефон, у меня очень нормальное такое качество. Я сейчас снимаю на заднюю камеру, ну как вы видите. И тут 48 мегапикселей целых, а передняя камера у меня 13 мегапикселей. Вот. Теперь буду прикольные такие видео всякие снимать с хорошеньким таким качеством. Вот. Такой пледик прикольный, с сердечками. Сегодня вот это видео я публикую. Как видите, у меня все щелка на бок. Хотя у меня было вот такой вот пробор, но потом мне он надоел, потому что когда у меня был такой пробор посередине волос, мне казалось, что волосы у меня какие-то не густые. Вот. И решила делать обратно так. У меня сейчас такие длинные стали. Не знаю, как вам, но они реально стали длинные. И вот. Такие вот прикольненькие стрелки, они называются, я смотрю в интернете, типа как лисьи стрелки, стрелки такие, ну как у лисы, короче, глаза. Вот, это такой прикольненький фон я сделала, всякие мишки такие милые, вот. Можете на заднем там фоне заметить этого белого ничего, это когда еще очень маленькая была, рисовала какую-то дичь. Зачем мне надо было такое рисовать вообще? Не понимаю. Вот такие дела, я сейчас снимаю опять снова с задней камеры, и мне очень так удобно. Я, конечно, про себя сейчас так не вижу, как я сейчас вообще выгляжу. Конечно, удобно с передней камеры снимать, только когда ты держишь телефон не так боком, а вот так вот как бы. Мне так что-то не очень удобно. Вот. И познакомились мы 11 сентября 2019 года. Как вы знаете, сейчас все это вирус такой идет, опасный очень. И вот. Я говорю, если честно, хочу в 2019 год вернуться. Вообще очень сильно хочу. Когда у нас с ним все было хорошо, все было вообще нормально. Вот, если честно, вот кажется, что сейчас такая типа веселая, там на самом-то деле нет. Потому что это мне вообще не весело. Вот, и я вот своему этому парню написала 2 дня, потом не выдержала и решила написать ему в Инстаграме. Но он на это отреагирует очень плохо. Вообще очень плохо. Просто если я буду снимать в этой комнате, все равно что-то на заднем фоне помешает. Фо. Знаете, почему вот я стала сейчас снимать? Если сейчас еще в ТикТоке есть, переходите, там ссылочка в описании будет. На мой ТикТок я очень сильно стараюсь, но у меня актив маленький. Вот так вот. Вот такой вот фон тут прикольненький. Я сейчас просто... Заново чуть-чуть снимаю, потому что я как-то телефон неправильно держала. На YouTube как бы нельзя вот так снимать. Я даже поворачивать не хочу. Вот. А камера у меня вот тут вот. И совсем что-то не очень удобно. Просто, ребята, реально как бы так грустно сейчас. Просто у меня были проблемы одним с моим парнем. Вот такие прикольные у меня стрелки. Называются лисьи стрелки, я смотрела в интернете. Вот. А это все время не снимала, потому что... Я все время была как бы со своим там парнем. Кстати, мы с ним общаемся в интернете, как бы. Ну, познакомились мы в интернете и были вместе год. Были реально вместе год. И потом что-то пошло не так. Это было где-то в
в начале лета так, ну, посередине лета, в июне, может, где-то все стало как-то угасать у нас. Он как бы ходил ко мне и вообще пух как-то стало, вот. Изменила название канала и изменила, конечно же, его новую аватарку. Я могу вам рассказать там в будущем ролике моем, если, конечно, буду еще продолжать снимать. Я буду очень, правда, стараться. Я не знаю, кто меня здесь на этом канале вообще помнит. Я просто, я не знаю, но... Сегодня у меня просто вдохновение такое пошло, что как бы надо снять видео. Глаза как у лисы. Я пыталась как-то это все исправить, там, что-то сделать. Но у меня все равно не получалось. Он мог меня даже матами обозвать, как бы, все всякое обзывал. Я еле-еле это терпела, и 7 октября мне так было плохо. Я просто сидела в коридоре и прям рыдала. Да, мой канал на ютубе самый грустный, нафиг. Не знаю почему даже, но, наверное. Кстати, сейчас начала снимать ТикТок, конечно, у меня актив там маленький какой-то. И ссылочка будет в описании. Там ссылочка у меня оставлена. Обязательно подписывайтесь. Видите, что я все время в правую туда сторону смотрю, потому что у меня камера, у меня по привычке, что типа она должна быть там, а она там. И мне вообще непривычно. У меня привычка просто где-то в правую сторону так смотреть, что типа камера там. На самом деле нет. Я как бы не писала своему парню 2 дня, а потом уже не выдержала. И написала ему в Инстаграме, что как бы мне больно, там много чего писала ему, и он отреагирует вообще плохо очень. А еще мне грустно то, что у меня очень маленький актив на ВК, там раньше было больше лайков, много кто у меня что смотрел. Раньше просто у меня давно, еще когда-то в 2019 году у меня был открыт профиль, сейчас закрыт, чтобы мне никто не лазил там. Но сейчас я опять открыла его, что-то стараюсь делать. Если честно, мне вот нравится там снимать. Я, наверное, в будущем буду сочинять даже песни, потому что мне так нравится петь. Чего я натворила вообще? Что это? У меня сейчас очень маленький актив. Вот что я творю сейчас. Сгибаю штатив этот. Очень маленький актив, и мне надо, что никто это видео не посмотрит. Надо будет ссылки там оставить, выкатать, да, чтобы кто мог хотя бы увидел это. Реально очень охота. Чтобы кто-нибудь поддержал меня. Вот. Я не знаю, будет ли кто-то это видео смотреть вообще, если вы смотрите, то огромное вам спасибо, я вас люблю очень сильно. Я не знаю, у меня 149 подписчиков сейчас на канале. Не знаю точно, но 149. Ну, это, конечно, для меня мало сейчас, но раньше для меня это было много, потому что я только начинала снимать. Вот. Я, может, буду что-нибудь такое снимать там. У меня много, если честно, ребята. Вот если будет актив, я буду снимать, стараться, если будет актив. Просто я чувствую, что никто не посмотрит это. Опять будет все как-то суховато на канале, как-то плохо, серо все будет. Я могу, у меня есть, кстати, идея для видео, как бы, уход за моими волосами сниму, потом что еще такое интересненькое, что прикольненькое хочу снять. У меня я могу и пропух, пропухлю своего снимать, как ухаживаю там за морскими свинками, но очень много идей. Так что подписывайтесь, пожалуйста. Кстати, ребята, я хочу показать, как у меня сейчас в комнате изменилось. Там, короче, появился шкафчик такой прикольненький. Пойдемте. Ну, конечно, обычненький такой шкаф. Что вы думали еще? Тут, короче, просто я его хочу потом перенести. Он очень большой. В спальню перенести. Потому что меня он бесит. Потому что я хочу, как у меня раньше было. Ну, мне напомните, как раньше у меня было. Вот что стеной стало. Это обычно мои рисунки. Это я рисовала сводки. Вот я тоже рисовала со своего дневника такую картинку. Это пыталась нарисовать речку. Не очень красиво получилось, если честно. Другую-то фигнюшку рисовала. И хомячок. И такой хомячок. Я думаю, все эту подушку помнят. И вы точно помните все эти куклы. Не обращайте внимания на это. Фу. Мои обычные рисунки. Я уже сразу вижу ошибки в этом рисунке. Не знаю, нормально или нет. Но вроде нормально. Кстати, вот посмотрите, какую я... Слепила фигнюшечку. Это, короче, такой чехол для телефона, как бы. Ну, обычно, как бы, это мой телефон, чехолочек такой прозрачный. Я на него налепила такое мороженое. Знаете, такие чехлы когда-то были модные, может, сейчас модные. Ну, я не знаю, я так-то, вот, не очень слежу, конечно, за модой. Вот, наушники обычно тут у меня лежат. Вот. Это из легкого посильнее слеплено. Конечно, тут была верхушка такая, завиток такой. Как бы крем такой, типа. Но он отлетел. Он у меня уже именно второй или третий раз летает точно. Тут милые такие прикольные наклеечки. Такое все прикольненькое. Вот такой тут
красота, которую я летом рисовала, самый легкий пластилин. Вот что я люблю. Как что лепят там нормальные люди? Что я что люблю? Люблю из легкого пластилина Леа. Я. Вот так вот. И самое прикольное, это авокадик. Такой прикольненький авокадик. Он был когда-то на моем профиле. Честно, у меня много дома всяких милых вещей. Так что все я не смогу даже показать. И милые тапочки. И вот то еще милый. А тут следы моего макияжа, как бы. Потому что я очень долго делаю, ну, как бы, стрелки эти. Ну, не очень так долго, но я долго меняла, как бы, то такие тени, то такие тени, всякие тени. Тут только всякого. Тут очень прикольненькая такая милая расчесочка с единорогом. Кстати, тут мороженое тоже сама делала, из легкого потеляна. Там, короче, оно открывается, и здесь я хранила накладные ногти. Вот они. Там я делала, типа, дизайны такие смешные, ужас. Браслетик, всякие крема, тут крем. Самый любимый крем мой, вот этот такой, он очень-очень вкусно пахнет. Он пахнет йогуртом. Там пухля пищит, не обращайте внимания. Кстати, это я использую для ухода для волос, но реально помогает. Хотя тут 75 мл всего лишь. Это так мало, у меня чуть-чуть осталось, оно так мало весит, блин, теперь. Оно такое легкое стало, так мало там теперь. Оно реально помогает от щекучести кончиков. У меня раньше их было много, вообще секлись волосы очень сильно. А сейчас вообще не секутся. Вообще, ну, мало таких волосинок, которые секутся. Это прям чудо-средство такое. А палетка у меня самая обычная, просто Додо Гиру. Ну, знаете, такое. Я не могу вообще-то выговорить. Додо Гиру какой-то. Вот. Ну, оно дешевое, оно недорогое так-то. Вот. И такое вот. Самое любимое у меня вот это вот. Леточки вот эти, потому что я их делала, но потом посмотрела, что это выглядит как-то бешено. Слишком уж ярко и слишком уж много блесток получилось у меня. Я решила сделать просто такие стрелки. Вот так вот. А эта маска вообще классная очень. Она вообще она помогает так-то мне от этих... Ну, тут, конечно, не видно ничего. Типа черных точек. Вот, у меня вообще них нет почти. Только могут быть где-то вот тут вот. Сейчас покажу где. Вот здесь, в таких местах. Потому что такое место прям. Вот. Всякие крема, ну тут много чего рассказывать могу. Вот это я вообще обожаю, этот блеск для губ, он очень классный. Сейчас у меня намазаны губы. Вот. И тут много всякого. Прикольная такая пилочка. Это, конечно, еще не все, тут просто такой завалчик. Сейчас надо будет там все прибирать здесь. Так-то все обычное. Лак мой любимый, это белый такой, прям он очень классный. Как же он меня бесит. И как же меня тут все бесит, вот это тоже бесит, меня тут все бесит. Вот такой прикольненький у меня браслетик есть, который сердечки светит в темноте, и заколочки очень прикольные. И очень милый такой поводочек такой. Я когда вот хочу там лицо помыть утром, я этот ободок, как бы сказать, ну, обруч, короче, этот с ушками одеваю на голову, и мне ничего не мешает так-то. Вот так вот. И вот такие зефирки. Зефирка, которую погрызли. Ну, самое милое это вот то. Самый няшный, пушистый. Пухлый, такой хороший. И вот такие зефирки. Зефирка, которую погрызли. Такое видео у меня получилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока.